Давно ли вы знаете Борисова? Целую вечность. Ну, точнее. А точнее, около года. Около года. Ковалева, я вам предлагаю сказать всю правду, вам же проще будет. Какую правду? Что вы говорите? Вы что, меня в чем-то подозреваете? Да. В чем? В связи с Борисовым. Да, ну что здесь преступного? Я вольна любить, кого хочу. Ксения Николаевна, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Не понимаю. Ну, хорошо. Как часто вам звонил Борисов? Звонил редко. А вы? Никогда. Почему? Потому что я вообще никогда не звоню мужчинам. Так. Ксения Николаевна, вы очень милая женщина. Ваше лицо внушает мне доверие, но факты, факты говорят совершенно о другом. Понимаете, я не знаю, о каких фактах вы говорите, поэтому мне очень трудно говорить. Ну, хорошо. Бывал ли он у вас в гостинице? Ах. Ну, конечно, бывал. Он вас заменял на месте дежурного администратора? Нет, нет, никогда. Никогда? Никогда. А если подумать? Раза два я отходила. Он просил меня купить вино и еды, потому что меня все знают, и мне это значительно проще. Значит, все-таки заменял. Ну вот, только так. И когда это было в последний раз? Это было приблизительно недели две назад. И после этого он старался вас не видеть? Вы с ним не встречались? Мне тогда как-то не приходило в голову сопоставить эти факты. А вы что, хотите сказать, что он что-то украл у нас в администраторской? Да нет, это просто ерунда.